Ну, игра получилась немного тяжелая, в основном больше, много борьбы было, ошибок, так сказать, тяжело давалось комбинировать, потому что ЦСКА хорошая команда, мы тоже хорошо настроились, понимали, что будет сложно, но ничья, думаю, в сегодняшней игре закономерный результат. У ЦСКА и у нас были голевые моменты, получилось реализовать. Главный тренер нашей команды после игры с Уотфордом на сборах сказал, что игра с ЦСКА, вероятно, будет похожа на эту игру с Уотфордом. Вот по вашим ощущениям так и получилось действительно, или все-таки были отличия какие-то? Уотфорд от ЦСКА – это чуть другая тенденция игры. Получилось много борьбы, да, это что было с Уотфордом, что с ЦСКА, в основном сегодня была борьба на поле. ЦСКА владела преимуществом, но мы перекрывали зону, не давали им особых моментов. Но и при возможности старались убегать в быстрой контратаке. И хотел поблагодарить нашего 12 игрока, болельщиков, которые сегодня сделали такой аншлаг на стадионе. И было очень приятно играть. Думаю, мы будем прогрессировать с каждой игрой и будем радовать их в этом сезоне намного чаще на своем домашнем поле и на выездных матчах. Но сегодня пришлось играть против такого неудобного форварда Трауре, который там по антропометрическим данным превосходит всех остальных игроков на поле сегодня. Как против него? Больше пришлось вам действовать или Дарко, вашему партнеру по обороне? Да, и что Дарко, и мне, мы оба против него играли, потому что он перемещался, не стал на месте. Габариты, не габариты, если не считать момент на последнюю минуту, когда он попал в штангу, то практически у него не было моментов. То, что так, я думаю, сыграли более-менее хорошо против него. Ну, сегодня отыграли действительно на ноль, что было некоторой проблемой в прошлом сезоне. А как считаете, это вот за счет чего сегодня это удалось? Организации игры или что-то еще помогло? Ну, конечно, организация, каждый знает, что выполняет на поле и что требует наш тренерский штаб. И поэтому я еще раз повторю, что мы будем прогрессировать с каждой игрой. Хотели сегодня победить, но ничего, сыграли ничего, это тоже хороший результат. Главное, не пропустили, и будем двигаться дальше только в положительном направлении.